Да, вот такая луна у нас 5 июня. год, Харьков. Ну, все, что возможно. Совершенно не могу ни резкость навести. Слева солнце уже встало. 5:33 по Киеву в Харькове. Не вижу вообще ничего в окуляре. Наобум вращаю. Оптику. Да, ну, по крайней мере, спасибо, что матушка природа дала возможность. Хоть увидеть луну за дождями. За облаками. О, это я. Это какие-то пепелацы из Кин-дза-дза. Да. Когда же мы весну перезимуем? Ну все, уже даже, хотел сказать, не наблюдаю луну, но вон она. Будем ждать и надеяться. А то я как-то так на сезон рассчитывал, а сейчас уже 5-е, вообще ничего не вижу. Ты ж моя хорошенькая. Сейчас постараемся тебя найти. Ну, ты посмотри, какой кошмар. Сейчас она выйдет из-за облака. Тебя, ты моя радость. Да, непонятно, конечно, такое увлечение космическими объектами. Не нахожу я никаких объяснений. Едва заметно, ты моя лапочка. Для такого увлечения не нахожу никаких объяснений. Единственное, что-то более-менее похоже, аналогическое объяснение — это то, что каждый из нас, будь ты хоть атеистом, как я, хоть верующим, должен понимать, что каждая клеточка нашего организма —
состоит из тех же частиц, что и Луна, что и Солнце, что и Земля. Все, что сложнее водорода, уже осколок звезды. И когда-то мы были единым целым. Может быть, оттуда эта тяга и скучание — новое слово. За небесными объектами. Ладушки. Я думаю, что облачность не позволит дальше снимать. 5 июня 2021 год. Харьков. И 5:38 по Киеву. Лето у нас не летнее, но будем надеяться на лучшее.